Сейчас расклашмать, у нас, ебать, хантер, ебать. Да? Закини стерию с Микалки. Или ты Роги закидываешь? Роги тут сочинился. Там он мутик. Так. Хуй там бьешь. А вот это, ебать. Ладно. Там дал. Разбиваю. Мелизона? Сахара? Второй, да? Сейчас заберу. Ой, бать, забрал. Где веселись? Сейчас могу буду спускаться. Сахара взорвал. Я вот это застанил. Забирай там одну на себе, а другую на себя подержу. Прохиливайся, закрывай. Давай, давай. Закрывай последнюю. Блин, можешь дальнюю закрыть? Денчик, дальнюю закрыть. Можешь? Вот это забей. Закрыть дальнюю. Вот эту ближнюю не закрывайте, мы в нее зайдем. Я подобью и не буду бивать. Да, да, да. Сама догорит. Денчик, давай. Подходите. Денчик, забирай. Я зашел. Так, все выжили, да, красавцы, нахуй. После кара взрываю. Сокру, дай. Да, прокиди меня. Бать, о, сифарину забрать. Блять, у меня хуйня это слетела. Прокиньте, прокиньте, я взорву. Очень много звезд у нас вот. Че, блять, как их закрыть-то? Берегитесь. Сейчас вот это закрыть. Идет. Так, скопало. Сейчас взорву скоро. Вот это закрывать? Закрываю. Я сейчас закрою. По-моему, где-то еще одна шотка должна летать, нет? Да-да-да, еще одна сзади тебя летает. Взрываю. Да. И... в мили. Подставил. Разбивай вот это вот, в него будем заходить. Последнюю закрой. Я взорву. Да. И сразу закрывайте. Много прокинуть, прожми, да. Я нажал. Вот. Не, подожди, не закрывай. Просто держи на себе. У нас сейчас суровый будет 10 секунд. А, поманился. Бога, прохильте. Все, я нажал. А, попал. Это Ефарин. Аккуратно, Пантаро. Забирай ДК. Я зашел. Бля, нам еще нужно выйти. Ну, это вайп. Сейчас выходим, там сразу звезда взрывается. Ну, одна взрывается. Бам. У нас хапа лежит. Бейте. Забери. Может боссу просто. Берегитесь. Ефарина. Не разрывай, просто играйте в босса. Там, блядь, они вообще еще одна взорвет, давай босс играет. С сокру дай. Или мана тьму. Критический ауру тьму и... Играйте в босса. 2%. 1%, переводите. Сколько там? Давайте. Все, хорош. Не прыгайте только никуда. Давай, я забрал. Лови трэш. Войт, ты чё там? Это чё, суровый будет, скорее всего. Да, будет ещё один. Берегитесь. Кара. Я абсолютно без маны. Аким есть войт? Нет, все сдал. Играйте, просто бейте, если чё, хиль меня войт. Ты щит маны обновляешь? Забирай и Суровый. Заходим. Блять, я не могу. Забери босса, я маскаун нажал. Давайте, вообще красавчик. 200 тысяч.
Добейте. Просто один. Что-нибудь делай. Сахарочек. Четко мы. Чечетка. Сейчас охуеть разрешал? Получается, зарешал. Ну ты просто... Ну, ты ушибил. Хуй вам они, блядь, клиники. Вот это кольцо прикольно. Ой, я, кстати, кольцо взорвал. Кстати, я еще тут то кольцо с Родина не полутал, прикинь. Че вы там это, ебать, не дайте нахуй. Давайте сюда, блядь, мне кольцо нужно бисовое. Не знаю, что оно хорошее. Хотя, я забрал бы. Забирай кольцо, а я код заберу. Мне код не нужен. У меня есть. Конечно, зарешал. Хотя, если Роги нужно, я отдам Роги. Ну, мне код нужен. Где мой код? Не понял. А, там Рога забрал. Не хочу. Так, где мой код? Я не понял. Чисто войду отлетел. Ну-ка, Вой, давай сюда его, я на базу. Давай на базу. Зачем кого, тебе код? Кого? Код. Какой код? Код альфа, который я слагал, забрал. Я позвал, что-то падает, блядь. Там хуйня падает, давай его сюда. Да подожди, там ничего, блядь. Там тебе ничего нет, там только крит дух, по-моему, кажется, падает. Сейчас, я чекну. Давай я тебя быстрее линкану уже, что там падает. Так, скорость МП5, это хуйня, да? Хуйня. Ловкость хуйня. Да, там, куда мы идем сейчас? О, пожар. Плащ, духаст, 26. Не, какой духаст. Духаст меч. Давай сюда. Да, забирай, заебал. Бля, можно я... Квазир, пойдешь на пожарника? Пойдем на пожарника с тобой, все. А ты там что, на фурика или на что там? Крит? Я, да, мне на фурика, крит-арповое кольцо нужно. Скары видел, какие кольца, блять? Меткость РП и скорость РП. Там по две дырки у них, два кольца, блять. В два кольца четыре дырки, ты прикинь, сколько там РП можно собрать. Представляешь, ебать, как я могу, блядь, сейчас залутать. Давайте сумманди, короче, пойду с дома. А вы еще не визарство, не его не убили, да? Не-не-не, мы сейчас пожарно убиваем и квазигр заходит там. На шамана и убиваем. В том составе, в котором шли. Сейчас просто на пожарном нужно будет прохил, 100% Валера остается, типа. Может даже третьего хила спекнуть, типа, видео Void Spirit'а. Хотя он так хорошо сидит. Поставите шкаф при сумме. Мне кажется, они в два справятся, там еще понерфлено, блядь. Все понерфлено, но, блядь, сейчас они... Сейчас посмотрим. Сейчас, я тебе говорю, они сейчас глотанут, ебать, там. Нерфишь, это физурон. Ну да, огонь не нерфили. Так, какого хуя у меня... А, у меня кисти и штаны не поменялись, я помню. Так, ебать, где мой Ронин? Давай сюда, ебать. Все, что хорошо кончается, согласен. Да, суманите меня, пожалуйста. По мане быстро сажусь. И Фарина тоже недолго. Конечно, у тебя, блядь, все шмотки лемовские. Ты бургива собираешься делать? Валера собирается, он перчатки собирается. Давайте, помоните меня, вы чё? Он купил, он там крикостовый, блядь. Кто вообще придумал, как крикостовый перчатки, блядь, в ростеру шамана, блядь, запихил? Так. Ну, перчатки-то у меня Т4. Башка Т4 осталась. Тыкайте там быстрее. Тебе МП5 нужно шмотки, у тебя мало шмоток на МП5. Да я потом буду в вентилях забиваться, и там уже мне будет пофигу на МП5. А что, не купишь себе колоку какой-нибудь, что ты бегаешь с тринками с Олимпусом? А нету триник. Но колокол хороший тринк. Давайте разъебывать уже, блядь. Чё, фоны, моно тебе и... Мне не нравится, но... Так, давайте, делаем пожарника. А без маны тебе нравится? Нужно, значит, аура на огонь. Обязательно аура на огонь. Рот, просто, у тебя пару шмоток, блядь, с МП5. Оставил, тоже ставишь ауру на огонь, чтобы две имашки, если что, нажимать. Так, бафните меня. Вот этого лоха на аварии бафните.
меня не хватает. Все, мне все хватает, пойдемте. Че, в две хуйни стоим или в одну? Ой, поносишь рядом с Ивизом? Есть не будем? А? Я думаю, рыбу поедим. Ну, давайте поедим, поставьте. Че, у вас нету ДБМа? А ты че там, блядь, Мимирон уже что ли сел на тачку, нахуй? Газует, нахуй. Да заебало этот раз, там раз это... Нужно, чтоб с одной и с другой стороны хил был. Вы распределились? Ну, на эту сторону эйфорин, на ту сторону ух упал. Не понимаю, вот этот рог и рог, это что, пауки или кто это вообще такие? Это хантер-хантер. Рога? Да. А лог кто такой? Какой лог? Чё это за рожок? Это столовка, блядь. А, это столовка? Ты что, никого не узнал, блядь? То пирожок, то творожок, блядь, то кокосик. Всё связано с едой. Да. Столовки. Сосиска, котлетка, блядь, и так далее. Здорово. Ну чё ты пирожок, это варчик из-за пирогов. Чё ты, блядь, это творожок. А это творожок. Блядь, у меня такой ник ещё на X3 был. У меня тоже на X3 такой ник был. Ты охуел. Какой пирожок? Да, чудо-пирожок у меня был какой-нибудь. Ну, спиздили у тебя, ну. И чё там, блядь? Я говорю про человека, отставил, ты где? Или всё спать, что ли? Блядь, а чё-то я портал, наверное, близко поставил. Нормально, нахуй. Давайте. Сейчас разъебём пожарника. У нас хороший рел на войде. Чё я сразу? Дядя Слава. Да, пожарника ты любишь, рейлить, я знаю. Да хули там, блядь. Чё, у вас ДБМ же стоит? Ну ты говори, это огонь там, блядь. Не, вот. Огонь это и анонсишь, окей. Ну и всё, а чё там больше анонсишь? Ничего больше не надо. Ну там сейвы ты анонсишь. Какие сейвы? Ну, у нас есть две Машки и одна Сакра. Ну, типа этот, на второй фазе, когда, блядь, и вы скидывать центр хотите или как? Как мы, блядь, убивали, я не помню уже. На второй фазе один раз скидываем центр. А потом в края несем, да? Ну, можем в края несем. После обстрела, типа. Можем также в центре остаться. Еще раз. Или наоборот, первую в край, потом в центре стоять, потому что. Не-не-не, первую в центр. Там тайминги, по идее, должны быть нормальные, если ровно убьем. Чё с Арсайлом, ебать? Я не знаю, что с ним. Ну зовите, значит, этого, как он называется? Это, Квазидер, заходи. На шамана, чтобы он сразу третий хил будет. Ну, сразу в три хила, ну нормально, пойдем. Просто, типа, ну, Егор так научил, если тебе надо куда-то идти, ты заебался, просто видишь, у меня свет вырубило. Ёбать. А? Ебать, сильно. А если закосячил, то нужно говорить, что залагало. Ага. Да. Бля, ну по-моему, у Женька там по КД просто пинг в голове, нахуй. Блять, а у меня почему-то, когда кара под ногами появлялась, лаги нахуй дикие. Ну, ФПС часы, вообще просаживался. Ой, у Женька пинг 300 в голове, нахуй. По КД, блядь. Пингует, блядь. И потом он пишет, бля, затупил. Бля. Бля, мне в универе тоже был в возводе Женек, бля. У него, блядь. Кликух было около 20, блядь. Ставьте, ну ладно, что-то. Как так 20 кликух, блядь? А я не знаю, блядь, Стархамир, блядь, Якорь, блядь, Седой. Пусть три хила хили. Кто рыбу умеет ставить? Ну шкаф ебанули там, не? Да он прибежит сейчас, на около удара будет. Ща, вам запилим. А он вообще дискорд оставил? А на резиску договорюсь. Ой, ебать, блин. Давай, кушаем. Сейчас три хила для пахиля. Блядь, нахуй согласились. Ха, ловлю. Ну, смотри, алголон, блядь, с первого травил будет. Почти. Первого, ебать. Десятого, лайк. Знаешь, что у меня руки вижу просто. Ну где шаман? Поставьте шкаф, блядь, уже быстрее. А я вот он, блядь, вот он, вот он. Еле-еле бежит, пиздец. Прыгает, блядь. Как он прыгал?
как это главное. Давайте, шаман и второй шаман на эту сторону, хипал на ту сторону. Танки, я не знаю, куда хочет. Так, сейчас подожди, в одну пати сделаем, чтобы они друг другу маду делали. В Малага сюда уберем. Все, заебись. Так, что, первая пати сюда, а вторая туда? А где туда? Где сюда? Сюда это лево, туда это право? Туда, да. Туда это справа от кнопки, а сюда это слева от кнопки. Ты не знаешь, где, блядь, сюда и туда, блядь? Ты что, тактику не читал, блядь? Тебя чему в детстве учили, блядь? Сюда это сюда, туда это туда, блядь. Так, а у нас все нормально, давайте. Тут только у вас там 4 человека, а не 5. Вообще похуй. Да, согласен. Полетели. У меня это активация не стоит, так что от меня не ждите ни анонсов каких-то. Я нажал. Какая, блядь, не стоит, ни анонса. 5 секунд огонь. 2 секунды огонь. 1-2 выпрыгнули. Это будет красивая победа. Давайте, блядь, не обостремся, нахуй. 1.7 у этой кончеприги. Денчик, ты что делаешь? Это не Денчик. Истерия. Он обучку пал. Я тебе скажу, Сакуру дашь? Хорошо. Сакуру бабу. Что мы опять раньше времени. Это чему учат в ГГВП, типа, или? Ну, наверное. Коля. Бля, Малага, прохильте. Типа, ты так 20-катку танчишь? Просто мы около кнопки начинаем. Так, сейчас огонь 5 секунд будет. Не, пока бьем. Пока бьем. Бьем. По идее, ровно должен успевать. О, блядь, дебилы. Ебать, как бы троем поймали. Три хила. Как три дебила гомика встали вместе, блядь. Ручки за ручки взялись, блядь. Огонь 5-3 секунды, блядь. Давай, 3 секунды огонь. Раз. 2, 3, выпрыгнули. Мы с Малагой как соло, блядь, видал, как челики, наоборот, в огонь запрыгивали? Нормально, хули вы заебеть. Как вы, блядь, напалм словили, это просто пиздец. Встали просто, я еще думал, сейчас напалм кинется, он кинулся. Сколько там, пламя 10 секунд, ну, можно уже, кажется, подбегать вон, к зумеру. Вот сюда вот, в крестик подошли. 3 секунды. Раз, 2, 3, выпрыгнули. За инвалида, блядь. Нахуй вы далеко убегаете? Чё, первый раз, что ли, нахуй? Давайте, Геро, припоты, ебём эту кончепрыгу, нахуй. Дай мне серию. Хорошо. Подходите, а не подходите, мили, сбрасывайте у стен. Хуёвый тайминг. Как понимаю, ну. Как упал умер? Утонул. А ну? Нет, надо хуёв сбросить, но вот огонь. Обстрел. Так, сейчас убьем войс, дашь, Ким? Убьем? Да хуй знает, чёрт, кажется, нет. Всё, давай ложиться. Давай. Что у нас демедж? Да демедж-то демедж, блядь, просто... Зайдите в огонь, зовут. Как ты полумер? В луже, типа, утонулич? 50 на 50 отдавай в эту хуйню. И в луже старайтесь не стоять, не докастовывать. Она до вас когда ползет, отпрыгивайте подальше, метров на 15. Блядь, я не хочу. Че, ты надо? Драйвить не хочешь? Да я все заебался, мне кажется, вся эта бабка тошнит, блядь. Я думаю, вам много он просто помочь. Ну ладно. Я вообще думал, вы всех убиты, блядь. Да не, какой, ебать. Я сама Алгалона еле-еле били, какой пожарный. Ну, док вчера тоже искал чисто на Алгалон, на Визаксе. Не, так мы на Алгалон. Я просто 5 часов сижу, нахуй. Я сначала ебаный БГ, блядь, полдня траил, но. Ну а зачем ты его бегал? Я смотрел, ты утром в БГ бегал, потом арену пошел.
Потому что я, блядь, лег вчера спать 6 утра. Дня. Давайте, беги. Давай, ну нахуй, мы сейчас убьем вот эту хуйню, можешь идти отдыхать. Там остальное где я тебя закрою. Нихуя, пусть Везекса еще бьет, и ёба. Хули там бить-то, ебать. Там автоатакой пострелять, на йоге тоже автоатакой пострелять, по щупальцам, пиздец. Сейчас там дам, плакал, я шахматься. Давай, ставь рыба. А мне тем более... Подожди, стой, а этот... Хантера, Хантера, вообще РТ через 40 минут. Да? Да. Ты пойдешь еще? Какой РТ сегодня, типа, в субботу? У него Тернов РТ. Да, хуй эссе. А, понятно. Заебись, поправили. Да хули, давайте его просто убивать, блядь. Ну, ну паладину надо прожаться просто 50 на 50 в эту хуйню. Не на РТ, слышишь. И а сокру потом. Ты пойдешь на РТ? Именно самое сложное вот эта фаза, где он расстреливает рейд, блядь. Нас плохо еще то, что все стали с одной стороны, и то есть урона прям много заходил. Ну вот как мы стоим, блядь. Первая группа слева встает, блядь. Давай нахуй просто, блядь. Чтобы... Там массакра нужно после обстрела нажимать, потому что мы все в одной точке стоим. Вот первая даже группа в звездочку, вторая в кружок. Ну, в сторону, типа. Все. Чтобы мы с одной стороны не толпились, хотя бы с двух. Давайте. Пускайте. Зачем вы это сделали? Давайте. 3 секунды огонь. Раз. Два. Три. Выпрыгнули. Не нажимайте так много. Который прикол ты можете выпить, парни? Говорят, помогают. Это надо на второй фазе. Ну да, да, да. Да вон боги убили. Сокру, сокру, дай, сокру, дай. Прохилите его. Поздно, да. Ебать, нихуя себе, он уже у ворот. Да, да. Ты зумер, конечно, зумер. Поставил обратно немного тел. Нормально, нормально, игра. Бля, как вы сдохли? А, ну вы на минах. На минах, блядь. Короче, Денчик. Бля, хуйня, зависит в огонь. Или под босса. Денчик начинает танчить с кнопки его. И потихоньку веди за, от каждого шока вот так вот, по отрезку. Доктора! То, что тебя, блядь, учат, и это ебано ГВП. Они, блядь, не шарят, нахуй, ты их не слушай. Сука. Да просто Малак, нахуй. Нет, так-то, блядь, если бы Малак не сдох, нахуй, было бы заебись. Ну, он стоит, блядь, в мили, потому что рейндж держит. Его, блядь, мины и хуйня еще, блядь, накинулась. Не, у меня Аддон что говорит, это хуйня, говорит, это можно ливать, это не игра, это просто пошли они нахуй. Кстати, это по-моему Вилас говорит. Кто говорит? Вилас говорит, это комментатор из Батадуба. Ну хуй, да, ну походу так и есть, бля, я не смотрел Дон. Просто говорит, божле, не нахуй, блядь. Это он комментирует, че это матч, блядь, по-моему, наш снимает. Такой, блядь, это не игра, это просто пока не надо. Да-да-да, он мне каждый вайп так говорит, ебать. Сука, я фласку, блядь, принял, ебать, я... Нахуй. Принял фласку, нихуя. Я отменил фласку, у меня на 40 секунд висела, я базу отменил ее. А, ну так правильно, 40 секунд хуйня, пей новую, блядь. Нет, 40 минут она висела. А, блядь. Сука, брат, 40 секунд, блядь. Давайте рыбу ставьте. Блядь, вот если бы мы Релла Каноба засунули в этот... Блинчик, ебать, чё ты мне зыбку не отдаёшь на первую хуйню? Заебал ты жмутить. Конечно, не зыбку отдавай, её второй-то не будет, блядь. Какая нахуй сакра, ебать.
Ты вот самую первую, типа, она самая жесткая, даешь низы, под вторую тебя зеленка плюс кровь прохиливает. Да, зеленка. Вот, начинаешь танчить и ведешь, типа, раз шоковый отвел вот так на центр, два шоковый еще, ну, до первой кнопки отвел. Потому что ты его уже поставил прямо около входа, и это хуйня полная. Давай. Все готовы. Владимир, сейчас по воде огонь. Я там похилю в основном. А то я огонь вожу, и вы там чуть ли не теряете танк. Не надо его уводить, просто отбежали от него. Просто, ну, отбегайте, водите его, он на второй фазе танк будет. Не, он то, что идет очень быстро. Давайте, все готовы, свои хуй не зашли. Начинаем, блядь, убивать. Три секунды, две секунды, одна секунда, выпрыгнули. Это будет красивая победа. Не понял, а у нас где огонь, нахуй? У нас, блядь, два или три взрыва. О, блядь, Денчик сразу развернул вот так вот, да-да-да. У себя вот так миночки жопой разорвал, чтобы тебе по прямой прям бежать было. Во, вот так вот. А мы с Робой в бачочек убежим. Сейчас вот шокал и все. Шоу, типа. Все, вот так вот на центре вот держишь. Там, конечно, хуёва лужа. Вот так вот можно бачочек, да. Отойдите, РНЖ. Куда вы, блядь, стоите в упоре? А сейчас они 5 мин кинут, а пиза ебать будет. Держи, держи его. У себя там взорвал минки. Сейчас будет огонь плюс шоковый. Смекалку прохильте. Ноль хила просто. Все силы в одной стороне, что ли, держитесь? Я не доставал до них. Дати, дати-то нахуй, 5 секунд не хили, 6 нахуй. Что там пизда, тебя вообще не хили, убегайтесь. 2 секунды. 2 секунды, блядь, не хватило. Не, ну, мы, блядь, там демеджа не хватает, у нас 3 хила. 3 секунды огонь. Раз, два, три, выпрыгнули. Сотых процента. Угу, такой уебищный голос, блядь. Пламя 10 секунд. Сейчас подходим, подходим. Подходимся. 3 секунды пламя. 2 секунды. 1 секунда. Огонь выпрыгнул. Зато. Сейчас, да, пот и пейте, я не знаю, вам нужно перевести. Вера. Подходите, Эмили. Нажимай сокру. Выпрыгивайте. Пушил, заебись. Выбежали с красной хуйни. Стойте, домаш. Сейчас будет лазерный. Беги, малышка, беги! Подбегайте все, Эмили. Прям под босса вот так вот. Давай, Эма, на огонь. Сейчас будем выпрыгивать 2 секунды, 1 секунда. Выпрыгнули. Блин, хуёво потушил, пиздец. Не-не, милишники не могут бить. Сейчас потушить должен. Что можно делать? Дайте. Уйди, кто там хапал? Сейчас запьём. Скидываем огонь в центр. Подходим, подходим, подходим. Или сейчас бомба будет. Скинули, отошли. Просто далеко уходим, да, бомба. Да. Бать, охуенно. Я думал, она дольше типа. Зайдите в огонь. Так вздыхает, мне жить прикольно. Такой, блядь. Просто, блядь. Вы нормально можете хилами не с одной стороны стоять все, а по две стороны распределиться? Давай на хил метки ебанём. Типа, чтобы и слева, и справа, если кидается напалм, все хилили, типа. Ты же сказал, первая в кружке, вторая в звездочке, так и стоим. Слова, Слав. Чего? Ты сказал метки? Ну, на хилов. Вторая где в кружке? В звездочке вторая. Ну, а то, что вы все во второй пати, вам ничего, да?
что у вас все хилы. Вообще, когда я смотрел на кнопку, то звездочка там, по-моему, стоит слева, и там первая пати. А кружок стоит справа от утюга, и там вторая пати. Это типа на второй фазе мы разбегаемся в эти стороны. Я вообще старался держаться на середине. Стоите, стоя вы в натуре бежите, типа вы не перебегаете на другую сторону. Типа кто стоит в левой защелке, тот слева и бегает, типа. Ставьте рыбу. Сейчас бы перевели, и все было бы заебись. Типа. Но мы, бля, смекалку. У нас просто не БРов, нихуя. Два СС, давайте как-то распределим, нахуй. Сейчас кинем, бля. Ну, кидай СС Капау и кидай СС... Эйфорин, у тебя есть, кстати, сейчас? Да. А этот... Смекалки ебанить. Смекалки ебанить. Не, я думал, он не сдохнет сегодня. Дайте Капау и дайте... Я не знаю, ну... Дайте второму хилу. Если у него стать нету. Шалам, у тебя есть стать? Позиция. Есть, но все равно не это. Типа первый раз ты встанешь ССом, а второй раз сдохнешь и уже свою ставку повезешь. Так что все равно кидай нахуй в перспективе, ебать. Мало, кому кидаешь, напиши. Палу или шаману. Понял, все, давай. Больше шансов было. Покопал, давайте. Я удаю. Просто переведите босса, и мы убьем эту хуйню. Опять. Да мне-то зачем? Да нормально, я что-то три раза сдохнешь. Да можешь смело в огонь нахуй заходить, потом СС юзать, блядь. А потом уже нахуй еще раз сдохнешь. Еще раз сдохнуть, и потом еще юзать свою вставалку, опять дохнуть. Сливаешь цепухой ману в ноль, нахуй прыгаешь в огонь, блядь. Такая тактика, блядь. Давайте, это, рассосались по своей хуйне. Вот, с этой стороны два шамана. Вот на другую сторону не перебегайте. Стоите, хилите на этой стороне. Давайте, нажимайте уже. Время, бля, ограничено, пиздец. Отчет времени до обысывания рейда. 1 секунда, одна секунда, бля. Ебану выпрыгнула. Опа. Ебать, ну прохит. Спасибо. Че, это там нормально? Разорвал, да, себя? Ну, тебя тоже будем, видимо, выпрыгивать. Че он там разрывает? Постоянно. Ну, перед собой минки. Чтобы есть что-то, нам тоже будет. Ага. Ебать, я у ебанка стоял, да, он хуже разве? Это я умею. Ну, лаг дальше отойди, убьет мини. Смекалку прохилить. Ты там хороший, да, выход, я тебе стану сейчас. Сейчас пламя будет шоково. Переводи. Сейчас шоково будет, потом переводишь. Охуенно, блядь. Ладно, пить на этого вагона, вообще пух. Пейте. Ты что, выбивайте. Где этот вагон сдох? На мини, ёбану. А, ебать, красавчик. 5 секунд осталось, подбегайте. 3, 2, 1, выпрыгнули. Бать, просите. Первый раз нормально, кстати, скинули огонь. Продолжает. Пытает. Я первый раз на мини сдох. Продолжаем. Сбегаемся, 10 секунд. 10 секунд, даже вот тут вот можно вот так вот встать. Распределить спавню. 3 секунды, 2 секунды. 1 секунда. Сейчас огонь будет, а выпрыгнули. Еба. Че он хули спавнится, какой ебан? Впереди. Почему как? Кидай лапку, Гера, давайте. Кидай стерию сметалку. Походите, миля. Нажимай сокру. Выпрыгиваем. Блять, почему вы не в мили? Просто похуй. Вы первый огонь сносите мили, второй в мили, блять, потом уже похуй. Хули вы там делаете? Если вы поняли, блять, сегодня уголовно в 25-ку убил. Без достижений.
Сдразните вагон, чё вы, блядь, трая? Бомжи, блядь. Ой, сейчас самое время, пока мне душ встать. Самый идеальный для меня. Уже встать. Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто... Одного? Так, второй. Ну, двух сейчас масс-рез. Танец пикал достал. Что-то раз... Я, короче, ласт драйвер, сори. Нормально, в обычке уйдем, блин. Я позаебался. Да не только ты ластовый, там Рога уже ластовый. Ладно, все не важно, главное это не видел. Самое главное, блядь, с хвоста пояса лутать. Все остальное похуй, даже если плащ не залутали сегодня. Давайте, подходите, рыбу ставьте. Типа, мы можем один раз хотя бы не сдохнуть? Все вместе. Там, по отдельности там, чтобы ДПС охватило на второй фазе. Сбежаться там на второй фазе, на хотя бы один огонь скинуть в миле. Типа, как мы сделали прошлый трай, у нас первый огонь заебато слился в подвоз. Тайминг в тайминг, типа. Похуй даже на второй, если не по таймингам будет, можно не сбрасывать. Третий можно сбросить, потому что там будет бараж. Можно будет сбросить. Давайте. Все готовы. Все готовы. Смехалка. Запускай робот. 3 секунды огонь. 2, 1. Вы прогнали. Сверя плазма будет. Плазма. Не види. Стой. Сейчас будет пламя шоковое. Будем радоваться. Сейчас шоковый будет. Шоковый. Сколько? 10. 10. Пойди, успеваем. Подстопните. Спасибо. Просто везение 80 уровня, блядь. Просто пиздец, мне ДБМ кричит еще 1 секунда, типа. А вы, блядь, уже 1 хп. Давайте, двигайте. 5 секунд огонь. 3, 2, 1. Выпрыгнули. Что, получается идеальный трай? Никто не сдох на первой фазе? Не каркай. Тихо, ничего надо. Не говори лучше, нахуй. То сейчас, ладно, блядь. Ладно. Вторая. Я сдохну, да, ебать, на столовке? Я, да, запросто, нахуй. Я, блядь, первый раз на минимум. 10 секунд подбегаем, 5 секунд. Ебать, я вообще забыл, нахуй. 3, 2, 1, выпрыгнули. Первым. Подходите, Миле. А где огонь? Аня, ебать. Подходите. Сбежались, 5 секунд огонь. Все в мили, быстро. Сокрой, давай, сокрой, давай. Да, все, блядь, вот. В мили это прям в босса, нахуй. Рога отошли. Сейчас потушу. Пьем. Минус 2. Беги, малыш, беги! Не убьем, значит, сегодня.
не суждено. Огонь 5 секунд. Подбегите, чтобы побольше сбросить. Вот, отошли. Спрятали. Ну, он для старенный, короче, ну, пошел отдыхать. У него еще плавит, короче, из этой игры. Давайте тогда... Все подзаебались просто, ладно, уже после этого уголовно. Давайте, ребят. Давай.